В Красноярске сегодня прошел осенний субботник. Во всех районах города сотни жителей вышли с метлами и граблями, чтобы убрать мусор, который накопился за лето. Пример рядовым красноярцам подавали чиновники. Так, в Кировском районе возле кинотеатра «Мечта» убирался мэр Сергей Еремин. Он собирал мусор в ветки деревьев и подметал улицу. Звание громкое, а до «Мечты» пока еще не хватает. Даже в плане вот такой прилегающей опрятности. Это помойка была. Натуральная, в 30 метрах от кинотеатра. Здесь складируют колеса, вот бамперы лежат. Сейчас нашли, копали, выгребали, нашли эти, знаете, шкалики советского периода, стеклянные, эти граненые. Ну, чего только нету, тут вообще можно все встретить. И тапки здесь есть, и одежда.